Я предлагаю открыть новый ночной клуб в Роузвуде. Это поможет нам привлечь Это отличная идея. Можно попросить денег у моей мамы. Так держать, Эмили? Я была с долгое время, и я знаю его очень хорошо. Ты хочешь сказать, что он не бывает в ночных клубах? А как же гостиница Редли? Я, между прочим, там работаю. Это отличное место, чтобы привлечь Ты права, но в Редли может появиться только Сара Харви и ее подруга Дженна Маршалл. О, не напоминай мне о них, они мне не оставили чаевых. Ребята, предлагаю послушать Ханну, она хочет кое-что сказать. Послушайте, это Марлин Кинг. Она заперла нас в этой комнате, чтобы мы делали вид, что думаем, кто же Но она и сама не знает, кто же Ты хочешь сказать, что план с ночным клубом отменяется? Я, как полицейский, уверен, что это доктор Роулинс. Тебе нужно привести 1, 2, 3 аргумента. Я боюсь уколов. Их делают врачи. А Роулинс – доктор. Ты прав, Тоби. Это гениальная идея. А где же взять лопаты? Послушайте, это сработает. Согласна? Да.